Итак, дорогие мои, будем продолжать масленицу. Что для этого нам нужно? Нам нужно 3 яйца, полстакана, может больше, чем полстакана сметанки. У меня сколько было? Чуть-чуть сольки по вкусу. Вот сейчас я возьму медика. Так, мед обязательно. Сейчас, вот он у меня, мед. Вот, немножечко маслечка растительного сейчас капну. Да-да-да, прям сюда. И обязательно, чуть-чуть мне неудобно. Сейчас я... Так, сюда же немножко маслечка растительного. Да-да-да, я прям сюда. И немножко соды. Так, немножечко соды, как я уже сказала. Я с содой дружу. Дружу. Я ее сейчас не буду... Сейчас я ее не буду гасить. Почему я ее гасить не буду, объяснять. Потому что у меня кислая сметанка, она и так сама погасится, эта сода. Немножечко мучки. Так, сначала я немножко жидкую массу сделаю. Так, ну я еще добавила капелюшечку водички. Все это вот так вот размешала. Я все делаю на глаз, как и любые хозяйки, наверное. Вот, дальше у меня мука. Кто-то ее просеивает, кто-то нет. Ну, я так смотрю, чтобы консистенция жиденькой там сметанки была. Вот, и потихонечку, потихонечку, небольшими порциями, чтобы не было у вас комочков. Потому что когда комочки, это уже не то, совсем не то. Вот, и сейчас я это все сделаю. Сюда я немножечко маслечка добавила в чашечку. Такая у меня есть вилочка. На вилочку я, видите, намотала типа ваточки. Ну, это не ватка. И я буду смачивать и смазывать свою сковородочку сейчас. Бывает, что я наматываю тряпочку, бывает, я наматываю марлечку. В общем, когда что есть. Чистенькое, чтобы все было. Только, девочки, следите, чтобы нигде никаких волосиков. Нужно всегда закалывать волосы, когда готовите. Потому что это крайне неприятно, если ваши волосики попадают. Всегда. Или косыночку какую-то, или должен быть фарточек, косыночка. Или просто закалите. И все. И будет у вас все отлично и хорошо. В это время у меня на огне раскаливается сковородочка. Я сейчас ее помажу маслечком. И поехала. Так, как говорят, первый блин комом. Вот видите, какие пузырички. Посмотрим. Я поэтому первый блинчик делаю маленький-маленький, чтобы он взялся комом. Но он комом пока не берется. Так, и вот он прекрасно, ничего он у меня комом не взялся. И вот пупырышки есть, все у меня есть. Так, а в это время сгущенное молочко уже меня ждет. И вот я уже один блинчик первый, который не комом у меня уже завернут, ждет. Теперь сейчас второй смажем. И у нас будет просто красота. Третий у меня как раз сейчас на сковородочке. И дело пошло. Все-таки масленица, друзья, масленица. Масленица у нас суббота-воскресенье, и потом уже начнется пост. И что мы сделали? У нас вот сейчас рулетик. И я только что сделала блинчики, все вы видели. Вот чаечек, и детки, и любимые мужчинки мои сейчас покушают. И насладятся вот такой вот красотой и вкуснятиной. Нежные-нежные блинчики получились. А вот тут еще одна красавица ходит, она хочет, но нет. Олежек, идите.